Нельзя жить только сегодняшним днем. Нам нужно культурное строительство на будущее, на благо последующих поколений. Так говорит композитор Родион Константинович Щедрин. Уже завтра, 1 декабря, в Бурятском театре оперы и балета пройдет концерт в честь 90-летия мастера. Нужно срочно идти в театр на встречу с прекрасным. А какая погода будет за окном завтра, 1 декабря, расскажу прямо сейчас. В студии Софья Алексеева. Здравствуйте. В ближайшие сутки по республике переменная облачность. Ветер западный, порывами до 9 метров в секунду. По северным районам пасмурно. Ветер северо-западный 5,1 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 34, минус 24. Днем температура воздуха минус 28, минус 21 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге также пасмурно. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 25, минус 20. Днем температура воздуха минус 22, минус 15 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ облачно. Ветер западный 4,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 26, минус 20 градусов. Днем минус 23, минус 16 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на четверг, 1 декабря. В рамках концерта, посвященного Родиону Щедрину, прозвучат ранние произведения автора, которые исполняются крайне редко. Одевайтесь теплее, приходите за хорошим настроением в Бурятский театр оперы и балета.